есть еще одна работа, очень важная в творчестве Василия Лунового. Это телевизионный фильм по пьесе Михаила Булгакова «Дни Турбиных». Фильм нежный, иронический, конечно, трагический. Пятый раз целуете руку. Я, можно сказать, подавленный, Елена Васильевна. Боже мой, ну ведь это же... Это ведь... Ура! Ура! Шаровинский. Он далеко не узнает. Единственное, что в вас есть хорошего, это голос. И ваше прямое назначение – это оперная карьера. Да, кое-какой материал имеется. Я однажды в Жмеринке пел эпиталаму. Там вверху фа, как вам известно, а я взял ля и держал 9 тактов. Исполнительница роли Елены Тальберг, блистательная Валентина Титова. Единственное, что есть у вас хорошего, это голос, обворожительный, красота, ум, талант. Я бы сказала, что вы достойны крупного бриллианта в короне русского искусства. Я желаю долгих лет и Василию Семеновичу, и его семье, и театру Вахтангова, который обожаю, и себе, потому что я часть его судьбы. Спасибо. Спасибо. Спасибо за теплые слова. Ну и, конечно, мы не могли не вспомнить о романсе, который звучит в картине «Дни Турбиных». И сейчас вы услышите этот романс в исполнении заслуженной артистки России Екатерины Гусевой и народного артиста СССР Василия Лунового. Белая
как юность моя. Василий Семенович, вы вечно молодой, вы такой юный, вы мой герой, я вас люблю. Серьезно? Правда. Я тоже вас люблю.